Доброе утро, народ. 19 января, 5:30. Погода плюсовая. Ветерок, по-моему, юго-западный. Поддувает. Что творится на льду, не знаю. Но так на глаз первое впечатление. Воды нет, на речке воды нет, снег стоит, и все. Вот. Рыбалка идет, ловят рыбу, надо искать. Рыбы полно, но надо искать покрупнее. Вот. И ловят как на мотыля, так и на блитку. На следующей неделе постараюсь привезти новых блиток, очень интересных. Постараюсь. Все, пока. Всего хорошего.